Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием Hi-Fi Rush. Для нас она новенькая, вышла она уже, правда, давненечко. И вот я до нее добрался, потому что появилась российская локализация, но неофициальная. Я ее дополнительно ставил на эту игру. И вот сейчас мы можем в полной мере окунуться в нее и ощутить кайф. Кайф от музыки и от ритмичной игры. Новая игра. Чай, верно? Это я. Профессия рок-звезда? Будущее рок-звезда. Имя у меня, конечно, прикольное, чай. У вас все? Ну да. А, окей. Вот ваш пропуск в комплекс. Добро пожаловать, вандалы. Да! Приветствуем всех участников проекта «Армстронг». Совершенство технологий для вашего тела. Вместе мы сделаем жизнь лучше. Встречайте! Директор Wandelay Technologies! Кейл Wandelay! Сегодня великий день. Вы лучшие из лучших. А с нашими робоулучшениями станете еще лучше. Мы, вандалы, стремимся помогать людям. И мы мечтаем увидеть, на что вы будете способны, став частью проекта «Армстронг». Вперед! Навстречу лучшей жизни! Я с ним. У меня пропуск. Кажись, меня позвали. Ты обещала привести лучших, Мимоза. Река запросила испытуемых, Кейл. Я свое дело сделала. А че сразу Река? Лучше скажи позеру Дзанзо из Нё, чтоб... Нам нужны влиятельные люди, а вы привели... лузеров! Они подойдут. Надеюсь, что без лажи и дефектов. Что за хлам?
Подъем, мальчишка, пора вставать. Вот это подъем. По-моему, я сломал нос. У нас новая железная рука. Произошла ошибка. Пройдите к контрольному пункту. Контрольный пункт? А где это? Да пофиг, найду как-нибудь. Действительно. Находимся на огромном заводе. Пойдем спросим, может быть, у него. Где здесь можно пройти? Ты пришел посмотреть, как я аккуратно поставил ящики? Нет. Или просто ищешь выход? Если второе, то он прямо у тебя за спиной. Спасибо, я даже ничего не сказал. Он словно телепат прочитал мои мысли. С виду простая жестяная банка для уборки. Ой-ой-ой, какой ты неаккуратный. Давай поаккуратнее, ой-ой. А? Хотел навести порядок, а устроил бардак. О, прыгаешь ты просто замечательно. А у тебя-то нет ног, ты-то не прыгаешь. Фу, после операции вообще сил нет. Что это такое? Подхилиться можно? Не забывайте лечиться. Ты можешь пить энергетики, чтобы восстановить. Ага. То, что надо. Проход нам... Ну, по стрелочкам идем. Идем по стрелочкам. Ребят, только не уроните, пожалуйста. Что ж вы тут все такие неряхи? По всей видимости, мне сюда. Двойной прыжок. Ого, как я реально прыгаю очень высоко. Даже я удивлен. Не то, что эти роботы. Да, надо переодеться в свое. Частота 75. Утилизационное устройство с магнитом. Чего? Утилизационное? Обнаружено инородное тело. У нас тут дефект. Увести. Это оружие? Вроде нет. Это сопротивление. Стоп, чё? Фига у них мечи! Плеер у меня в теле. И кажется, он дает нам силы. Прям как у железного человека, только вместо энергетической этой штуки у него плеер. Что происходит? Это плеер делает? Круто! Гитара! Че, застали, да? Все под музыку, кайфово. Взять его! Как драться-то? Расскажи мне кто-нибудь. Бой! Обычная атака и... Ага, сейчас будем разбираться. Ну, в целом, я, кажется, понял, только я куда-то в космос улетаю, по-моему. Надо драться под ритм. Но как-то у меня с этим пока что проблема. Все, с ними разобрались. А, шестеренки с них собирать можно. Я какой-то рок-музыкант, инженер, механик, что ли? Так, что тут происходит? Загляни под грудь. Точнее, под футболку. Басы, чувствуешь? Если я все понял верно... Во-первых, у меня в груди плеер торчит, а его там быть не должно. Во-вторых, от него работает моя роборука. В-третьих, плеер заставляет меня двигаться в ритм. И... Все это полный абсурд! Но когда играет музыка, я будто... Ну... Выступаю на сцене! А?
Тренировочка. Ну что, народ, готовы зажечь? Ого. Чай на сцене, и он бьет точно в ритм. Хотите заценить? Начнем с обычной атаки. Прежде чем делать комбо, научись попадать в бит. Давай, попробуй. А теперь сделай комбо под музыку. Чтобы все получилось, бей точно в ритм. Ого, вот мне вот, вот так вот надо. Сделаем вид, что не заметили. Давай заново. Давай. Раз, два, три, вперед. Раз, два, три, вперед. Фига, вот тут талашмарить надо геймпад. Вот это да, точно в ритм. Ништяк! Нужно атаковать точно в ритм. И точное попадание в бит подарит тебе бонусы в бою. Вижу, ты готов продолжать. Погнали! Мне кажется, надо выкрутить погромче мои наушники, чтобы слышать бит. И тут вся игра завязана на этой фишке. Выполни мощную атаку и наведешь суеты. Она состоит из двух битов, так что слушай внимательно и не тормози. Зажжем! На Y, лады. Так? Ништяк! А теперь попробуй мощное комбо. Слушай ритм и жги. Поехали. Да ты про, братан! Уу, да! Давайте-ка громче, народ! Чай! Чай! Кинул бы им бутылочку чая. Чай! 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 Это он? Хотите автограф? Не знаю. Будет вам автограф. Я! Спасибо! Всем спасибо! Не видели, кто это сделал? Это дефект! Что? Не-не-не-не-не! Я просто... Ладно, погнали! Блин, было бы прикольно, если бы какая-нибудь новая гитара собралась, а не старая. Взять его! Блин, прикольно, когда под бит попадаешь. О, еще вылезли. Не попал. Давай, мощной атакой. На, разнес. Еще будут? Пожалуйста, парочку мне еще выкиньте для тестов. Роботы! Весь мир и твои датчики реагируют на ритм. Ориентируйся на него. Чтобы наносить удары вовремя, просто расслабься и почувствуй ритм. Я и пытаюсь это сделать. Если ударишь точно, в ритм появится вот такой значок, а зрители тебе зааплодируют. Ага. Если попадать в ритм все-таки не выходит, нажми эту кнопку, и на экране появится подсказка. Это было офигенно. Так, пора валить отсюда. О, робособачка. Так, с этой теткой лучше не пересекаться. А двери-то, что закрыли, ты видел? Можно как-то ускориться, может быть, нет? Кнопку попробуем нажать. Это не поможет. А, вот сюда можно пройти. Приветствую. Вам помочь? А что ты можешь сделать для меня? Ты вообще кто? Умный холодильник модель ВАУ-007. Сокращенно, умник. Ладно, я запомню. Я могу оценить ваше состояние и удовлетворить любые желания. Позвольте... Эй, давай без этого. Вы владеете умениями музыкального робота. Хотите, расскажу про ваши способности? Конечно. Проблема в том, что вы атакуете врагов под музыку. Это тоже мне проблема.
Будет нужна помощь с ритмом, воспользуйтесь функцией помощи. А, вот это вот кошачья такая символика будет нам помогать, если я ее включу, конечно. Теория ничто без практики. Отработайте приемы на мне. Мне тебя что, ударить? Я вижу, как вам хочется. Потренируйте обычные и мощные атаки на мне. Давай. Промахнулся. Не совсем то, но вы всегда можете повторить. Поехали. Чувствуем музыку. И бьем. Во, попали. А теперь мощная атака. Вроде сошло. Я так и знал, что вы справитесь. О, ну и холодильники нынче пошли. Ты обо мне все знаешь? Абсолютно все. Надеюсь, мы скоро встретимся еще. Ладно. Как-то это... стрёмно даже. Дайте знать, если хотите повторить. Не, я пошел. Короче, во время битвы мне лучше молчать, чтобы лучше слушать музыку и ритм. Я, наверное, так и буду делать. Вернусь сюда. Сколько... А может, тут апгрейды будут какие-то? Во! Собирай шестеренки, чтобы улучшить умение и покупать предметы. Собирай шестеренки. Их можно найти где угодно, а еще они выпадают из поврежденных врагов. Поврежденных, то есть поверженных. Неправильно прочитал. Смотри-ка, когда реально попадает, сразу значок выскакивает. Типа, что... Все, огонь! Ты в ритме, ты попадаешь как надо. Хей! Покрутим вентиль. Тут все вообще под ритм попадает. Даже вот эти штуки, когда... О-о-о, я упал. Вот эти штуки вывалились, они под ритм попали. Е-е-е, успел. Стой, стой, стой. На выход. Exit написано. А вот и роботы. Это дефект? Странный какой-то. Наверное... Эй! Меня ищете? Бей его! Бой! Попробуй поймай! Уклонение на RB. То есть вот, вот такое у нас уклонение есть. Надо было умахнуться. Мощная атака. Третья не прошла атака, ну, в принципе, комбо было. Дайте еще кому-нибудь жопу надрать, а? А дальше-то что делать? Эй, ты там как? Кто это говорит? Спасибо, что мою кошку спас. Тебе помочь? Очень вовремя. Мне бы отсюда выбраться! Не вопрос, но сначала тебе надо... Эй, кричать, блин, неудобно! Помоги скорей! Ладно, я взломала панель доступа. Ударь по переключателю и поднимайся сюда. Не достал он двойным прыжком. Оу! Ну его нафиг, этот проект Армстронг. Я думал, у меня просто клевую руку сделают, а меня убить пытаются. Ну, как бы тебе сделали клевую руку, но что-то пошло не так. Я наблюдал за вами. Вы прекрасно умеете уклоняться. А, ну да, наловчился как-то. Анализ ваших личных данных показал, что уклоняться вы способны по-разному. Поймав ритм, вы сможете уклониться до 3 раз подряд и даже издалека притянуть к себе предметы. Угу. Еще вы можете уклониться в воздухе, чтобы уйти от удара или попасть в труднодоступное место. И я знаю, о чем вы думаете. После уклонения можно сочетать обычные и мощные атаки. Вообще-то я вовсе не об этом думаю. А вот и неправда. Уклонившись, не забудьте сразу нажать кнопку атаки. Ну так что? Испытайте на мне. Ладно, извини, если что. Ваши удары меня только радуют. Попробуем. Ура! Но в вашем арсенале есть еще кое-что. Неплохо. Превосходно. Возьмите напиток и освежитесь. Надеюсь, я был полезен. Спасибо. Ты восстановил всю энергию моего тела. Теперь я побежал. Я раздавлю любого, кто хотя бы подумает об отдыхе.
Эй-эй! Это я! Спаситель кошек! Ты вроде помочь хотела? Блин, зря я, наверное, пришел. А, вот и ты. Я внизу. Дело к тебе есть. Я видела, как ты сражаешься. Мы можем помочь друг другу. Я думал... Тебя повсюду ищут. Могу с этим разобраться. Стопэ! Так, притормози коней. Со мной все это время говорила кошка? Нет, это восьмерка. Я ее создала, и она похожа на кошку, да. Так вот, я хочу... А я-то думал, что моя музыкальная рука отвал в башки. А тут... лучше я сам со всем разберусь. Чел, послушай. Вандалы что-то замышляют. Я могу помочь. Спасибо, но я сам. Что произошло? Мы синхронизировались? Восьмерка не отвечает. Что ты натворил? Ты тоже это почувствовала? Этот ритм. Давай-ка кое-что попробуем. Ого, кто это тут у нас? Друг, полагаю. Благодаря восьмерке у Чая появилось новое умение. Удар в бит. Эту атаку можно выполнить в конце комбо. Для этого нажми любую кнопку атаки, когда увидишь этот круг на последнем ударе. Ну, давай попробуем. Что ж, пробуй сам. Все очень сложно, но стоит попробовать. Слушай отчет или жди, когда совпадут два круга. Так ты попадешь точно в ритм. А теперь сделай удар в бит в конце мощного компа. Подсказывать не буду. Поехали. Получилось! Офигенно! Удары в бит дают крутейшие комбо и наносят приличный урон врагам. Так что слушай ритм. Восьмерка? А мы с тобой сработаемся. Так, короче, я передумал. Но придется одолжить твою кошку. Что? Зачем? Эй, ты же хотела помочь. Не переживай, выберемся мы с твоей кошкой. Только попробуй обмануть. Куда нам дальше? Надо куда-то запрыгнуть. О, зеленый ящик с лекарством. Берем. Куда-то запрыгнуть. Но тут прохода не было. Что-то я запутался, мальца. Наверное, сюда. Или мы отсюда пришли. О, здорово, холодос. Я еще вот сюда заглянул. Шестеренки. О, какая-то штука новенькая, розовая. Что это? Фрагмент датчика жизни. Фрагмент сломанного датчика Вандлей. Который увеличивает что-то там, я не успел прочитать. Пойдем к Холодосу дойдем. Вызовели нового друга. Надеюсь, меня он не заменит. Стой, а мы разве друзья? Теперь вы можете выполнять удар в бит. Ого, так ты реально мои мысли читаешь? Ударив точно в бит, можно высвободить невероятную мощь. Обладатели музыкального слуха могут ориентироваться на ритм. Также можно следить за двумя кругами и ударить в момент их соприкосновения. Если возникнут трудности, нажимайте кнопку атаки в ритм перед самим ударом. Это очень полезный навык. Поупражняйтесь на мне. Сперва выполните обычное комбо. Это вы точно умеете. Но в целом, довольно мощно получается. А теперь сделайте мощное комбо. Это ваш звездный час. Я промахнулся. Да еще раз попробую. Вот это да! Аж до мурашек! Прошу, возьмите напиток. Всегда готов и рад помочь. Благодарю. У Холодоса в какой-то момент появляется пресс, кстати, на дверце. Это очень смешно выглядит. А, игриками.
Что, не попал? Вот теперь попал. Ого! Погнали! Ну что, кто первый? Ах, поторопился. Да, блин, не получается. Слушай, промахиваюсь. О, вышло. Класс. Хотите еще? Попробуем. Есть. Промахнулся. Ну, в принципе, и так. Я их всех вынес. Хорошо, что можно и под ритм, и без ритма, если лошаришься. Ну, вроде все. А все недурно складывается. Ну да. Расскажешь потом, откуда такой талант. Знал бы сам. Теперь ты помогай. Мне нужно выбраться отсюда. Ты в производственном центре. Выйти сможешь через отдел тестирования. Видишь его? Не уверен. Тут столько зданий. Он вообще-то прямо перед тобой. А, точняк. Вон он. Это единственный выход. И там наверняка тебя Ключевое будут... Ключевое слово – выход. Вперед! Я понял, что все здесь завязано на ритме, но почему-то я, когда не в ритме, самоуверенность до добра не доведет. Самое простое решение обычно самое лучшее. Да это бред полнейший. Тебя же ищут. Нужен продуманный план. Мой план — пробиться к выходу. Ты что, придурок? Это самый дурацкий план из всех возможных. Ну, как бы, это все, что мне нужно. Что это? Давай попробуем. Всем сотрудникам, это Река. Дело важное, так что пишу капсом. Скоро наш отдел навестит Кейл. Я в курсе, что наши ведра с гайками и так изо всех сил готовятся. Но мне надо, чтобы в день запуска проекта Армстронга здесь все сияло. Еще понятно, короче, здесь уборка идет. Она... приказала всем убираться, поэтому все торопятся, у всех все падает, и роботы не справляются со своими задачами. В той стороне... О, там роботы стоят, можно к ним подойти, попробовать поболтать. Вроде как можно, они безвредные. Говорю же, это был сам Кейл воплоти. Откуда ты вообще знаешь? Ты же сам не из плоти. Я робот на производстве под его началом. Считаешь, я не узнаю начальника? Да, не узнаешь. Так что хары заливать, надо лестницу чинить. Можно было не подходить. Какой-то беспонтовый разговорчик у них. Шестереночки лучше посыпать. А там холодильник, кстати. Ударим. Надо в прыжке сделать. И чего? Напоминаю, для сотрудников, занятых на проекте Армстронг, появился 8-й день. Обратите внимание, что явка на работу в этот день обязательна. В смысле 8-й день? 7-недельный рабочий день. Что я сказал? Неважно. Приветствую, друг мой. Да, привет. Я тут кое-что понял. С тех пор, как вы обрели новые силы, в вашем ритме движется весь мир. Я вот тоже обратил на это внимание. Чтобы ощутить ритм, осмотритесь вокруг. Все вокруг вас реагирует на ритм. Кстати, я и не обращал на это внимания. Про такое состояние говорят. Быть в ударе. Быть может, но звучит круто. О, я вспомнил кое-что еще. Наверняка что-то важное. Абсолютно все, в том числе и роботы Вандалы, двигается в едином ритме. Данные указывают на то, что все охранные роботы Вандалы атакуют ровно в том же ритме, что и вы. А значит... если вы будете вслушиваться в ритм, то поймете, когда именно ждать атаки. Нифига себе. Если вкратце, и атаковать, и уклоняться надо в одном ритме. Видите? Ничего сложного.
Все понятно, спасибо. Здесь нигде шестеренки не спрятаны. Можно наверх, кстати, запрыгнуть. Ну да, кстати, если так присматриваться ко всему, то действительно весь мир под ритм подстроен. И механизмы, шестеренки, и деревья шатаются под ритм. Да что ж у меня так не выходит нормально прыгать на платформы-то? Оу, кажется, вы утомились. Да, действительно, я утомился. Вроде не очень. Каждому порой нужно отдохнуть и выполнить компас с перерывом. Ударив обычной атакой, выждите один бит и снова выполните обычную атаку. Получится новая комбо. Вы поймете по хлопку, когда пора нажать кнопку. И это еще не все. Эта комбо поднимет в воздух и вас, и ваших врагов. Ух ты, круто. Только поупражняться надо. На это я и рассчитывал. Порадуйте меня. Ну ладно. Это сложно. Не сдавайтесь. Попал. Прекрасно. Вот напиток. За мой счет. Откуда у тебя такой пресс, скажи мне, пожалуйста? Когда ты успел накачать? Только двойными прыжками по этой платформе. О-оу. Вот и я про то же. Я тут путь сократил. Ага, конечно. Что это за 2D-платформер какой-то начался? Ничего себе комплекс. Да это целый город. А чего ты ждал от крупнейшей в мире технокорпорации? Свою крутизну они выставляют на показ. Однако они кое-что скрывают. А, так ты типа детектив? Может, хоть скажешь, как бы... Только сейчас спросить задумался. Обойдешься пока. Я чай, если что. Чай? Ну, ладно. Что-то я не понял, куда там наверху деваться. А, вот куда. О, собрал. А я думал, придется подождать. Реально, платформер какой-то. Ребят, что-то как-то... Ау! Я тут снова путь сократил. Ты видел, как там пылесосы наверху друг на друге пылесосили окна? С юмором тут все ок. Что-то, по-моему, я в какой-то подвал спустился. Мы снова в 3D. Зашибись. Нам направо, но тут есть компик. Производство аккумуляторов. Заявка на производство от NIO. Я насчет устройства номер 301-340. Модели PGR-0101 из отдела разработки. Дзанзо требует запустить его в продажу уже сегодня, хотя концепцию он придумал только вчера. Название товара – расширенный набор питания для устройств Armstrong. Эти аккумуляторы настроены так, чтобы ломаться через полгода после продажи, то есть ровно через минуту после истечения гарантийного срока. И Данзо придумал специальное зарядное устройство, чтобы ускорить процесс. Не понимаю, чего он вообще добивается. Я ничего не говорил, но на самом деле эта штука просто повышает напряжение, так что срок службы аккумулятора сокращается. Кстати, по механизму действия это что-то типа громоотвода. Данзо решил, что защитное покрытие не нужно, потому что без него круче смотрится. Так что вы там хоть резиновые перчатки наденьте, пожалуйста. Ну, нам... Процесс создания батареи запущен. Постарайтесь не задеть красные лазеры. Ух, ёлки. Мы сейчас этот аккумулятор, что ли, получим? Лазер тоже под ритм фигачит. Прыгать надо было, дырявая моя башка. Ё-моё. Ай, 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 ай. О, началось-то чё? Нифига себе. Да блин, я вот
Ух ты! А что это? Это лучше не трогать. Ты раньше-то не могла сказать? Живой. Неплохо. И не просто живой. Я как будто подзарядился. Восьмерка показывает, что в твоей руке скрыт огромный запас энергии. Может, пустишь его в ход? Чтобы проводить особые атаки, нужно накопить энергию эхо. Когда накопишь достаточно энергии, шкала эхо начнет светиться. Тогда ты сможешь выполнить особую атаку. Заряд пополнен. Чтобы выполнить атаку, потратив накопленную энергию, одновременно нажми L и R. Чтобы заполнить шкалу эхо, атакуй в ритм и собирай батарейки. Чтобы не рвануло. Начали! Квинтокор! Прикольно. А вот и батарейки сразу. Собирая батарейки, ты заполняешь шкалу эхо. Ну, это нам уже и так ясно. О, слова пошли. Сейчас еще вон туда схожу за оздоровительным лекарством. Все, тут, в принципе, мы почистили. Можно к выходу идти. Колодос, привет! Я скучал по тебе, дружбан. Буквально с тобой виделись 5 минут назад. Кажется, вы научились совершать особые атаки. Да-да-да. Ну да, буквально только что. Не забывайте, я все о вас знаю. Да. Эти особые атаки – ключ к успеху. С ними вы выкладываетесь по полной. Удары в бит выбивают из врагов батарейки, от которых заряжается шкала реверберации. Однако после боя вся накопленная энергия исчезает. Видимо, удерживать такой мощный заряд вам не под силу. Используйте его по полной. Короче, если не потрачу энергию, то будете жить с вечным чувством горечи из-за упущенных возможностей. Не совсем так, ну да ладно. Я уяснил, будем тратить, значит, эту энергию во время боя. Если не потрачу, то энергия улетучится. Хочет устранить его. За дело! У вас пушки есть? Начали! Квинтокор! Одного ушатал своим комбо эховским. Ну чё ты? Еее, попали. И батарейки собрали. Так. Надо, кстати, еще попробовать вот такую штуку. Не получилось, я же его подкинул. Добиваем. Нормальненькая вышла. Что еще хочешь попробовать, ребятки? О, выдал. Удачно выдал. О, комбо, комбо. Ху-ху-ху, вот это мощь. Еще кто-нибудь выползет ко мне тут? Неплохо. Сейчас побегут роботы новые. Что-то никого и нету, слушай. Застанешь, что ли? Или сейчас босс будет какой-то? Пустите меня, пожалуйста. Что-то происходит, но я не совсем улавливаю, что. А, мне наверх надо. Все, понял. Сейчас залезем. Приехали! Что это за сундук? Ты кто такой? Надо с ним поболтать. Три, два, раз, погнали! Там до середины как-то надо было додержать. Фрагмент баллона здоровья. Из 5 фрагментов можешь собрать 1 баллон здоровья. В нем хранится... Все понятно. Собираешь такие штуки, и у тебя доп. Здоровья появляется. Промок. Мох. Надо быстрее бить. Есть. Сложновато. С ритмом, конечно, но когда заиграешься, вроде и получается, а если долго не дерешься, то и не получается нифига.
Оу. Здесь явно нужно уклоняться. Батарейки. Спрыжка, спрыжка. И... А, там открылось. Ну, туда мне, в принципе, тогда не нужно. Посмотрим, что тут. Ну, там есть что-то. Сейчас собери. Ууу, корзина с шестеренками. Обалденно. Смотри, я даже когда прыгаю, под музыку попадаю и срабатывает значочек. Типа, что ты в ритме. А-а-а! Чуть пятую точку не оставил под прессом. Открывать. О-о. Блин, не света бить. Нет. Похоже, генератор накрылся. Починить сможешь? Зачем? Есть идея получше. Использовать свою энергию? Начали! Ритм – ключ ко всему. Поехали! Только, ну, в принципе, там ничего и нету. Давай, пресс. Близко было. Рискнул. Всем своим здоровьем. Ребят, что, опять спорите? Я же просил тебя проверить генератор. Что тут сложного? Это не моя вина. Что? Рэка нас расплющит, если будем халтурить. Но все же работает. Так что хватит орать на меня! У них прям как у людей. Ссоры. Тебе помочь? Какого пипа? Улетел. Я его случайно скинул. Ну, как бы, он сам скинулся. Я бил-то его на мосту. А дальше он уже сам справился. Слушать нужно музыку, ритм. Все под ритм. Вообще тут все относительно резко происходит, потому что биты, они... Вот смотри, сейчас. Хоп! Видал, как все резко? Вот про это я тебе хотел сказать. Напоминаю, заявления на больничный подаются за полгода до желаемой даты. Примечание. Сотрудникам-роботам больничные не положены. Че за боксер? Бой! Мимо. О, батарейки. Винтокор! Хорош. Развалили его быстро. Потому что всегда попадали в ритм. Крепкие враги. Сильные враги обладают особой шкалой устойчивости и не будут реагировать на атаки, пока ты не пробьешь ее. Если надолго оставить его в покое, шкала устойчивости восстановится. Чтобы быстрее победить врага, сосредоточься на нем. Лады. Ууу, сколько там батареек. Но нужны ли они мне? Мы можем там пойти, смотри, вот попрыгать вот так вот. А можем к батарейкам пойти. Давай попрыгаем. Мне батарейки сейчас все равно, в принципе, не нужны, поэтому... Ёлки-палки! Это тайник, что ли, какой-то? Почему игра такая сложная? Я отдохнуть хочу, а тут надо в ритм попадать. Сейчас еще разок сыграю и сразу за работу. Этот робот, видимо, тоже в ритмичные игры всякие играет. Смотри, тут надо пушить. Стой. Чуть не улетел. Как насчет камбух из обычной мощной атаки, да еще и с ударом в бит? Как раз это чай пощупаем. Прямо сейчас? Ну, я, в принципе, не против. Сюда встать надо? Сочетай мощные и обычные атаки. Попасть в ритм будет сложнее, но ты справишься. Да, в принципе, я это уже ранее делал. Ничего сложного. Рано. Последнюю кнопочку ран нажал. Ну, переб сделал немножко. С
Хочешь освежить в памяти комбо и атаки? Еще немного. Список приемов можно посмотреть в меню паузы. Ладно. Батарейки. О, ноль. Ребятки. Не увернулся. Куда убежали-то? Начали! Вот это вот отличный удар был. Сдох. Зацените. Чё зацените? Новая гитарка? Нормальная гитара появилась. Музло поехало прикольно. Сдох. Фальшиш. Понеслась. Слушай, мне нравится. Стояма. Да я непобедим с этим маленьким плеером у меня. Эй, зверь, на груди. Выход. Я ж говорил все путем. Это ловушка, придурок. Тебя там уже ждут. Ну и пусть. Я с ними разберусь. Сколько коробочек. Ты собачку из коробок сделал? Раньше я был здесь главным, а теперь просто ящики друг на друга ставлю. Впрочем, посмотри на эту красоту. Я молодец. Он гордится этим? Больше не гордится. В этих коробках столько барахла нужного мне. Сейчас я к нему подойду и спрошу, как он себя чувствует, а то, по-моему, он расстроился. Ты уничтожил мои ящики, но я буду помнить их. Как же я славно потрудился. Слушай, да он на позитиве. Молодчик. Так по жизни и надо быть. Теперь, там ничего нет сверху у нас нету. Зеленый ящик обязательно, а то со здоровьем не очень у нас. Батарейки. Батарейки, ну давай возьмем, подзарядимся чутка. Там он еще есть. Как чувствовал, что туда тоже можно залезть. И там, смотри, сколько всего. Короче, надо очень все тщательно осматривать. Деталье. Из четырех... У меня уже второй это фрагмент получается, так что... А как туда залезть? Пока... А, вот. Увидел. Сюда и... Ну, елки. Нифига себе. Там пекло. А нам, походу, туда и надо было. Или там кнопка... Сейчас посмотрю внизу. Кнопка, может, ее... Можно, в принципе, и прямо пройти, а можно и где огонь. Сейчас сюда зайдем. Он кончится, нет? А он не кончается, может. Горю, 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 моя пятая точка. Как-то надо это все... А. Ну, туда явно можно пройти, а если... Нет, так не получится вообще никак. Не быстро, не медленно, не заскочить. Я понял. Идем тогда здесь. Смотри, какой счет. Видишь, говорил же, что все нормально. Расслабься. Встречайте, директор по производству Рэха!
собственной персоной? О, нет. Хэя! Босс. Вот ты где, пацан. Дерешься с сотрудниками. Мешаешь работать. И хуже всего, да, портишь всю статистику Рэки. Твои роботы пытались меня убить. Мелкий шрифт читать надо. В договоре с Армстронг сказано, шпана, дефекты подлежат изъятию. А, в смысле? Уничтожению? Река слов не выбирает. Этим рекламщики занимаются. В общем, молодец, что оказался дурачком и сам сюда пришел. Реке не придется марать руки. Я же говорила. Приветствую тебя в отделе контроля дефектов. Наш тестировщик лучший из лучших. Эй-я! Она любительница попозировать, я так понимаю. Бодибилдерша. Это тестировщик? Люблю дефекты. Круто? Хорошо хрустят. Не круто. О, это не круто. Уровень контроля 1 миллион. Погнали, здоровяк. Бой! Ёлы-палы. Как его бить-то? Поближе подойти? Он попозже может быть? Чай, у тестировщика очень непрочные руки. Лучше бы сказала прямо. Начали! И по рукам. Ой, надо было прыгнуть. Мимо, мимо, мимо. Все, давай, комбо. Раза. Одна рука есть, не сдавайся. Не ту кнопочку нажал. Но я ж прыгнул. Нормальненько так ему. Что произошло-то? Он взбесился. Ухи какие. Наконец-то пущу их в ход. Попробую, вернись. Попробую, а что мне еще делать-то? Нормальненько ему втащу. Блин, опять промахнулся. Бегу, бегу, бегу. Давай, с третьей попытки-то должно получиться. Есть! Хорош! Он сам себе втащил. Опа. Я подрасслабился на мальца. Смотри на его черепуху. Изрядно его подкромсали. Ну, что ты думаешь? Поехали, комбо! Пора стать серьезным! А до этого ты был веселым?
Ух ты, ё, красный стал. А, молния. После удара ему не надо на него наскакивать срочно, быстро, как я это раньше делал. Да блин! А теперь можно бить. Ого! Руки, руки опустились у меня. Достижение какое-то. Почувствую ритм. Сваливай живо! Да я свалил уже. Дай мне свою ручку, позолочу ее. Но не так. Вдох. Начали. Хорош. Смотри, как у него башка качается под ритм. Понеслась. Я с тобой не закончил. Еще немного. Ай, да ай, 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 ай. Я как-то его ударил по пузу. Хочу попробовать еще раз. Начали. Черт, промахнулся. Упал вообще нафиг. Ништяк, сломали его. Варни на лбу у него написано. Играешь ты круто. Но всякой песне приходит конец. Баба. Я хоть выжил? Или я у него во рту? Вали оттуда, парнишка. Чаечек попей, иди сходи. Самоуничтожение включилось. Красава, вообще концовочка. Ну что, композиция первая, новая жизнь. Куча-куча цифрок. Что-то где-то мы получили А оценку, где-то С, где-то Б, где-то С, самую наивысшую. Итоги 135-547 баллов мы набрали. Оценка Б за все. Ну, как бы... Ну, ладно. Вау! Ты видела это? Да-да. Умолкни уже и иди за мной. Надо валить отсюда. И не вздумай ныть. Ладно, ладно. Сдрейфил, что ли? Я? Нет, но тут так темно. Здесь же нет пауков, да? Или робопауков? О, что угодно, лишь бы не они. А? Это... Сюда. Прикольный хвостик у нее, неоновый.
Еще и значки всякие может показывать. Ау! Робокошка! Ну за что так? Это она? О, привет. А? Силок? Ты что, охотница? Так вот откуда ноги растут. Меня зовут Мята. Этот голос? Ты кошка? Восьмерка — это мои глаза и уши. Я смотрю, вы с ней уже подружились. Тихо-тихо-тихо! Она твоя, забирай! Кошка Мята. Пошли, раздолбай. У нас куча дел. Его зовут Чай. И вместе Чай с Мятой получается. Восьмерка, то есть ты сказала, что поможешь мне выбраться отсюда? Это так. Но сперва ты мне поможешь узнать о Спектре. Впервые о таком слышу. Неудивительно. Это корпоративная тайна. Прям так? Да. Мы с командой хотим их разоблачить. Нас мало, но... Мало это сколько? Ты кошка? Прости, это не мой уровень. Тоже мне рок-звезда. Ты хоть на гитаре играть умеешь? Я? Ну... Ясно. Трипло. Да... Слушай, комплекс состоит из запутанных коридоров, лифтов, тупиков и охрана повсюду. Без меня тебе не выбраться. Да, я как-то и сам справлялся. Ну... Ага, справлялся он. Фигово. Слушай, если поможешь, я вытащу тебя с острова Вандалой. Ладно, твоя взяла, наверное. Супер. Добро пожаловать в убежище. В перерывах между заданиями можно отдохнуть в убежище. Ладно. Я думаю, что на сегодня это все. Если игра понравилась тебе и наберет много лайков и просмотров, то мы продолжим ее прохождение. Если же этого не случится, то мы про нее забудем и будем играть во что-нибудь другое. Поэтому понравилось, ставь лайк и подписывайся. И тогда мы увидимся в новом ролике. Так что до встречи!